Всем привет! И сегодня у нас не просто прогулка, а поездка. Я в Дагестане. Кто бы мог раньше сказать мне, что ты будешь там? Я бы не поверила. Город Домодедово, 3 часа лета, и мы приземлились в аэропорту Махачкалы. Багаж забрали очень даже оперативно. Вызвала такси, Яндекс.Такси работает. Я еду в Каспийск. Даже можете посмотреть. Видите, какой хороший у меня водитель, да. Просто штамп. А это я уже в Каспийске, правильно? А это моя соседка, которая живет этажом выше, в Москве. Она здесь не могла прокладывать. Очень даже приличные цены. Какой-то сочек. Вот такое море. Вот такое удовольствие. Смотри, как красиво, да? Камушки огромные-огромные. А дети вот сюда тянете, вот так вот вы положите, а я вас так вот. Ну что ж, присоединяйтесь, прилетайте. Задавайте вопросы, если появятся. Я вас постараюсь держать в курсе всех событий. Пока-пока!